Здравствуйте. Насколько это вообще может быть такая нетипичная или авральная ситуация, что вот готовили Путина, то есть это хандра у него такая, что не захотел поехать, или то есть это штатная, нештатная ситуация, как вы думаете, с Екатеринбургом? Ну, вообще, судя по тому, что вы показали, я бы предположил, что это ФСО ложную мишень такое обозначило. То есть они все-таки обеспокоены активностью украинской разведки, украинских спецслужб после взрыва Дугина, взрыва Крымского моста. Ну, как-то, в общем, трудно говорить о них, о том, что они ни на что не способны. Да, особенно вспомните слухи о том, что была информация, значит, с украинской стороны утекла о том, что как минимум один из двух обстрелов вот этих рапортов в тылу, да, в Рязанской области, нашумевших, был произведен с участием диверсионной группы. То есть беспилотник был, на самом деле, прилетел не с территории Украины, а был запущен откуда-то там из Рязанских лесов, вот этой диверсионной группы, которая туда просочилась с территории Украины уже. Информация не подтверждена, но тем не менее и не опровергнутая. И, в общем, вот в этой ситуации они вполне могли специально начать вот эту вот ложную мишень обозначить в Екатеринбурге, да, так сказать, давайте, если вы там собираетесь покушение сделать на Владимира Владимировича Дорогого, то тогда туда. Да, а сами в это время там в обстановке страшной секретности отработали визит в Тулу. Тулу возглавляет человек, значит, Тульскую область возглавляет человек, который сам много лет прослужил в ФСО, то есть со спецификой вот этой всей очень хорошо знакомой, и поэтому вот во взаимодействии с ним как раз можно было максимально секретно и максимально безопасно этот визит отработать. В общем, если в этом есть какая-то логика, если в этом есть рациональная составляющая, то я бы предположил, что она связана с боязнью покушения. В принципе, я не исключаю, что на самом деле тут нет рациональной составляющей. Действительно, значит, ну, ему предложили, давайте там вот, значит, Нижний Тагил. Так сказать, там наша база, да, там вот эти пролетарии, значит, люди труда, помните, тех, которых они противопоставляли норковым шубам во время Болотной, вот, с тех пор, так сказать, принято считать, что вот тут режим, окей, черт с ней, с этой интеллигенцией, да, там, горожанами, значит, москвичами, там, с креативным классом, да, так называемым, да, а мужики, да, да, вот, да, с завода приедут и разгонят эту Болотную, конечно. Да, да, да. И вот с тех пор принято вот эту базу вот так обозначать. Ну, ему, собственно, вот это предложили, он, значит, сказал, ну, давайте, готовьтесь, езжу. Вот. А потом по каким-то своим соображениям, значит, просто настроение действительно плохое было, потому что, ну, позитивных новостей на самом деле не так много. Вот. Посмотрел, как там Зеленского в Конгрессе, значит, обнимают, приветствуют, поиграл, значит, желваками кулаки, значит, потискал там, поджимал, да, в гневе. На его месте должен был быть я. Да, и сказал, ну, и вот, черт, не поеду, значит, никуда. Ну, потом посидел, там, понял, что совсем никуда не ездить тоже нельзя. Он, смотрите, он же в очень сложной ситуации сейчас. Значит, ну, в стране вот явственно обозначился такой вакуум власти, да, то есть, во-первых, отсутствие побед, то есть все ждали, что уж кого-кого украинцев, российская армия разгромит, так сказать, одной левой, вот, не получилось. Сначала, ну, окей, украинцы оказались способными на оборону, а ближе к концу лета, к началу осени выяснилось, что они не способны и наступление. Да, потом мобилизация пошла, ну, совсем не так, как надо. Потом эти многочисленные скандалы, разборки между частями, между генералитетом из Минобороны и, например, пригожинцами-кадыровцами. Да, все это создает ощущение, что все, ситуация развивается не туда, куда нужно, да, что есть некий вакуум власти. И в этой ситуации, конечно, лояльные группы населения востребуют активного присутствия в информационном поле, в смысловом поле хозяина страны, президента, да, это главного политика, на которого они ориентируются. И тут вторых, третьих лиц явно недостаточно. Ну, люди же понимают, на самом деле, что в России
автократия, по сути, диктатура, и, в общем, все решения, ключевые решения принимает один человек. И в этом смысле там Турчак, Медведев, вот, Патрушев, это все, знаете, как говорил Генри, песок — плохая замена овсу. Вот, вот в ситуации, когда все идет хорошо, значит, страна развивается так, как нужно, проблемы решаются, ну да, можно, в принципе, первому лицу, так сказать, не сильно активничать, да, там присутствовать фоном. Вот, но в ситуации, когда вот такой явный кризис жанра, да, явное движение не туда, куда нужно, в тупик, вот в этой ситуации, конечно, востребуется активность именно первого лица. И поэтому он не может себе позволить просто исчезнуть из повестки. При этом смыслов, которые он может транслировать, тоже совсем немного, потому что, строго говоря, ну, все идет не так, как надо. Признавать, что все идет не так, как надо, нельзя, а говорить о том, что все идет по плану, ну, тоже уже глупо, потому что слишком очевидно, что, ну, не все идет по плану. В чем у вас план? Значит, в том, чтобы, значит, отступать, сдавая русские города, которые вы прогласили русскими, да, типа Херсона, или в том, чтобы, значит, бомбить мирное население? Мы с кем воюем-то вообще? Простите, что перебиваю. Вот как раз по поводу заявлений, которые делает Владимир Путин. Он буквально вчера заявил о том, что Россия хочет как можно скорее закончить войну в Украине. Значит ли это, что Владимир Путин не собирается активизировать боевые действия, не собирается идти в новое наступление, может быть, даже, не знаю, вторую волну мобилизации не будет объявлять? Может быть, он к мирным переговорам готов? Или что это такое? Президент опять приуныл, и помимо того, что отказался от путешествий по городам своей страны, так еще и, знаете, вот такие вот заявления стал допускать. Ну, я все-таки, знаете, после того, как он в Тулу поехал, значит, ну, не стал бы говорить, что он совсем отказался, да, ну, отказался от такой большой поездки в Екатеринбург, но хотя бы маленькую поездку в Тулу, там, по соседству сгонял, что называется, да, то есть вот этот вакуум, о котором я говорил выше, он все-таки понимает, что его надо заполнять, поэтому, ну, все-таки, ну, мы не должны превращаться в такую, знаете, путинскую пропаганду с ее шапкозакидательскими настроениями, поэтому я предлагаю, значит, так, ну, адекватно оценивать происходящее, да. Он, конечно, значит, слабеет, но нельзя сказать, что прям вот шатается и готов рухнуть прямо сейчас уже, да, завтра. Вот, короче, извините, да, я возвращаюсь к вашему вопросу. Он, конечно же, очень хочет мирных переговоров, но он по-прежнему хочет мирных переговоров на своих условиях. То есть вот те условия, которые предлагают украинцы, дескать, ну, давайте, выходите с нашей территории, потом будем договариваться. Конечно, такие условия для Путина неприемлемы, потому что это совершенно очевидное признание поражения. Но реально я не представляю себе, чтобы он, ну, вернее, с трудом представляю себе, чтобы он смог удержать власть на протяжении какого-то там относительно длительного периода времени, после этого, например, 2 года, да, значит, если он на такие мирные, ну, такой мир заключит. Вот, он после этого, ну, мне кажется, ну, пару лет максимум, тройку протянет, и потом в любом случае, ну, просто вот режим сам по себе осядет, как вот поздний Советский Союз, знаете, вот. И поэтому, значит, для него принципиально важно все-таки притащить в Россию что-то, какую-то видимость победы, то, что он, значит, лояльную группу населения предъявит в качестве доказательства того, что все это было не зря. Поэтому он, значит, мирных переговоров хочет, но на своих условиях, а не на условиях Украины. Украинцы тоже, в общем-то, видите, жесткую такую позицию заняли, да, и американцы их, как мы в очередной раз убедились, поддерживают. И поэтому украинцы тоже пока вроде как прогибаться под Путина не собираются. Поэтому я думаю, что вполне реалистичная и новая попытка наступления, о которой говорил Залужный, и новая волна мобилизации, просто потому что у Путина нет других вариантов. Вот это для него очень плохой вариант, потому что на самом деле, ну, понятно, что ни новое наступление, ни новая волна мобилизации не принесут ему такой полноценной победы на фронте, да. Но все остальные варианты для него еще хуже. То есть для него, вот как на велосипеде, знаете, надо постоянно ехать, иначе, значит, ну, свалишься, если вот ты, да, не будешь ехать, да, то ты свалишься, да, ну, либо в одну, либо в другую сторону. Поэтому ему надо вот это делать. Нет хорошей жизни, повторюсь, но все это выглядит реалистично, поскольку другого варианта у него нет.
А вы думаете, что у нас сейчас такая ситуация, как в родоплеменном строе, когда одно племя проигрывает, значит, схватку с другим, то вожака этого племени съедают, а также Путина могут съесть, если он согласится на те условия, которые предлагает Украина. Ну и в продолжении, как вам вообще условия, которые озвучил Зеленский, там 10 их пунктов, есть ли хоть один из этих пунктов, с которым вообще могла бы на какой-то компромисс пойти Российская Федерация и Путин? Ну, вообще, по поводу вот родоплеменного общества вы абсолютно правильно сказали. Он же действительно Россию втащил в архаику. И если противоположная часть общества, вот та условная оппозиционная треть, значит, которая этому всему сопротивляется, она еще в архаику не впала, значит, она пытается действовать в рамках логики модерна, блюсти ценности модерна, то... Простите, то вот эти, значит, ребята, вот эти лоялисты, они действительно вот функционируют в рамках вот этой архаичной традиции, в соответствии с которой правитель, значит, он, с одной стороны, обладает бесконечной властью, но, с другой стороны, он несет и бесконечную ответственность за, значит, в том числе, в данном случае, за победу в войне. Там, значит, был целый набор функций. На самом деле, главная историческая, главная задача правителя — это все-таки обеспечивать там в нужной степени дождь, в нужной степени значит, сухость, чтобы урожай сходил, там крокодил ловился, кокос собирался. Вот. Но во время войны его главная задача, в общем, победить. И если он с задачей не справлялся, то получалось, что его боги его покинули, и он, в общем, самим своим фактом своего существования, того, что он стоит во главе племени, он несет несчастье племени. То есть его поражение воспринималось то, что он перестал быть богоизбранным. Путин, мы же видим, он реально, значит, он не только он сам, вся вот эта его имперская пропагандистская машина, весь дискурс, значит, от РПЦ до, помните, там, Медведева, который строчил о том, что он там с Иблисом борется, вот, или Соловьев, значит, проклятие посылает там уже в сторону украинцев, объявляет священную войну, крестовые походы. Да-да-да, вот. Но у нас же еще есть такая мантра, наше дело правое, мы победим, поэтому, но что-то не побеждаем, стало быть, дело не то, чтобы правое выходит, то есть тут такая диалектика. Да, вот есть и без того большая проблема, поэтому я говорю, он не может себе позволить, вот отвечая на вторую часть вашего вопроса, он не может себе позволить согласиться на условия Зеленского, потому что они явно демонстрируют, что не он победитель. Там ему важно вот именно одержать победу в таком символическом пространстве. Не то, чтобы что-то объективно России было нужно, без чего России не жить. Нет, это же причины этой войны, они выдуманы, высосаны из пальцев в чистом виде. Да? Важна вот победа сама по себе. Понимаете, вот как символический акт, который его, это будет для него как помазание на царство, понимаете, вот свидетельство его богоизбранности, доказательство того, что он имеет право понужать россиян, так сказать, и дальше. Спасибо вам большое, что нашли время, вышли к нам в эфир. С нами был политолог Аббас Калямов. Привет, спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим роликом. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным.